Инспекторы МНС провели рейд по закинутых будинках. По час профилактичного мероприемства проверяли доступ до аварийных будинков и их стан. Супрацовники МНС наведали три объекты. На всех трех выявлены порушения. Дверные оконные проемы не зачинены. На некоторых будинках отсутствуют подпоражальные знаки, информационные таблички на огороджах и фасадах. Таким чином, техничный стан объектов и наявность свободного доступа створяет максимальную погрозу возникновения надзвичайных ситуаций, а так само спрыяет знаходжению там детей и рызыки их травмирования. Еще больше погоршает даденную ситуацию той факт, что большая закинутых объектов находится у непосредной близкости до жилых забудов и установ эдукации. Проблема бесхозных зданий очень актуальна на сегодняшний день. Ведется, конечно, последовательная работа по выявлению данных жилых зданий, нежилых зданий и пути решения по сносу данных зданий. Только с начала года было уже сносено около 1500 таких зданий по всей области.